В Чебоксарах задержали мужчину, который ранил из пневматической винтовки мальчика. Инцидент произошел накануне. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нанесение тяжкого вреда по неосторожности». По версии следствия, около 14 часов 19 августа текущего года злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел из пневматической винтовки из окна своей квартиры, расположенной в одном из многоквартирных жилых домов по улице Университетской в городе Чебоксары, попав в область глаза 12-летнему мальчику, находившемуся во дворе. Мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Со слов подозреваемого, он стрелял по голубям. Его версия будет проверена в ходе следствия. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления тяжести вреда, причиненного мальчику. Расследование уголовного дела продолжается.